Здравствуйте, стрельцы! Это недельный расклад для вас, неделя с 16 по 22 ноября. В этот раз мы используем Таро Архангелов Дорин Вирчи. Начнем с дома семьи. На дом семью вам вышла дама Рафаила. Масть Рафаила – это масть кубков, то есть дама кубков. Заботливая, мягкая, порой слишком эмоциональная женщина, но в любом случае, то есть та, которая почему-то и бровки нахмурила, что такое, ты выглядишь уставшим и т.д. и т.п. Это может быть, если вы мужчина, может быть, ваша мать, ваша жена, женщина, с которой вы живете. Для взрослых стрельцов это может быть даже и дочь. А для женщин-стрельцов это можете быть вы, вот такая вот заботливая, мягкая, старающаяся уловить настроение домочадцев, помочь им, постоянно заботитесь о ком-то, постоянно тревожитесь о чем-то, о ком-то. В любви, отношениях, эмоциональном состоянии старший аркан – колесница. Ну, колесница – старший аркан, стремительный аркан, спокойно на этой неделе не будет. Но дело в том, что здесь у нас единороги, белые, черные, и архангел Метатрон управляет как возничий этой колесницы. В какой роли? Желательно, чтобы вы оказались возничим этой колесницы, которая управляет собственными эмоциями, контролирует процесс и как-то пытается к золотой середине все подогнать. Во-первых, может быть, естественно, поездка, либо к человеку, который вам дорог, либо с этим человеком, совместная поездка. Но почему я говорю, что может быть неоднозначно? Потому что все может развиваться очень быстро и стремительно. Как начавшиеся отношения могут стремительно развиваться. То есть вот мы познакомились, тут уже на следующий день свидание, тут уже, вот в общем, ну, конечно, не поженились за одну неделю, но очень быстро могут развиваться отношения. Но и конфликт вспыхнувший может развиваться очень стремительно, неоднозначно, поэтому желательно контролировать себя, контролировать свои эмоции. Как эмоциональное состояние, может быть такое состояние беспокойства и желание двигаться вперед, 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 вперед. Когда человека, ну скажем так, раздирают разные эмоции, и даже могут противоречивые эмоции, да, тянуть в разные стороны, как эти кони. На работе. Работа, финансы. Семерка Ариила. Масть Ариила – это масть Пентакли. Семерка Пентакли. Но мы видим, что здесь молодой человек посадил цветочки и ждет результата. То есть, может быть, элемент, то есть, что вам надо набраться терпения, что касается работы. И то же самое может касаться финансов, потому что это карта ожидания обычно, когда, возможно, обещанный платеж приходится ждать. Ну, это не обязательно в рамках недели, это может быть, что должно было быть во вторник, а приходит в четверг, то есть такие вот вещи. Но элемент ожидания или элемент для нетерпеливых недовольства результатом может быть. Но в целом, если быть терпеливым, то все должно пройти хорошо. Совет с антисоветом. Антисовет. Четверка Гавриила, четверка Жезлов. Здесь мы видим пару, то ли они молодожены, то ли они просто на свидании, но они на отдыхе, они расслабляются, отдыхают, у них в данный момент нет никаких обязательств, они ничего никому не должны, они просто вот у них отдых и расслабуха. Для них это праздник, для них это отдых, для них это ничем они сейчас не обременены, но это находится в позиции антисовета. Ну, с учетом совета, потому что в совете у вас колесо, то есть колесо фортуны. Даже вы можете прочитать новые начинания, никаких отсрочек, изменения курса, ведущих к счастью. То есть вам надо что-то менять, что-то начинать, что-то форсировать, назовем так, да? Надо двигаться на этой неделе вперед куда-то, что-то начинать, не откладывать, не находиться в состоянии «все замечательно, сейчас поотдохну, погуляю». Вот о чем они говорят в вашей, потому что в общем раскладе у всех же жизнь разная, и дела, и задачи у всех разные. Но здесь явно неделя не для того, чтобы успокаиваться. Четверка, она очень статична.
Конечно, она очень хорошая карта, которая означает и праздник, и отдых, и все хорошо, комфортно, уютно, но в данном случае, видимо, вам на этой неделе надо двигаться, 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 начинать что-то, не останавливаться, не откладывать. Ну, зная свою жизнь, вы лучше поймете, о чем вам пытаются карты сказать, дорогие стрельцы. Я желаю вам удачной недели. Пока!